Продукция Дмитровского молокозавода «Братья Чебурашкины» признана лучшей на международной молочной неделе. Безлактозный йогурт агропромышленного холдинга «Чебурашкиных» получил признание экспертов и золотую медаль. Всего в этом году Дмитровский молокозавод из Ильевидово выпустил 6 новых молочных продуктов. Творожные десерты с добавлением молотой ванили, изюма и кураги, шоколадное масло, тот самый безлактозный йогурт, а также обезжиренный творог. Из того, что здесь стоит, что вам больше всего нравится, что вы едите? Я очень не люблю сладкие продукты, но творожное масло мне очень нравится, когда я начинаю, когда я открываю вот такую коробочку, я не могу ее не закончить, я всегда ее съем до конца. Это печально, и, насколько я знаю, все сотрудники именно точно так же поступают. Открыв эту коробку, они уже не остановятся. Холдинг «Чебурашкины» включает в себя 4 современных фермы в Дмитровском и Сергиево-Посадском округах на почти 4500 голов, сеть вендинговых автоматов «А-молоко», а также современный завод по переработке сырого молока до 100 тонн в сутки. Свой молокозавод с современным оборудованием, отвечающим мировым стандартам пищевой промышленности, это дорогое удовольствие, но зато и результат получается на выходе выдающийся. Шоколадное масло – это на самом деле было пожелание наших сотрудников. Я знаю, что многие употребляют, намазывают шоколадное масло на хлеб, на печенье, используют на завтрак. Я люблю его просто есть, нарезаю тонкими кусочками. Берется обычное масло жирностью 82,5%, а оно у нас сбивается из сливок около 40%. То есть просто идет, работает бочка, часа за два сбивается масло, попутно добавляется какао-порошок, только какао чистое и сахар. И на выходе мы получаем шоколадное масло жирностью 67% и с небольшим содержанием сахара. То есть это тоже не очень калорийный продукт, потому что традиционно добавляется гораздо больше сахара. Сахар мы не любим на самом деле. Роскачество присвоило российский знак качества цельному пастеризованному молоку агропромышленного холдинга «Братья Чебурашкины» семейная ферма по итогам лабораторных испытаний в конце 2022 года. А по итогам международной молочной недели, которая на днях прошла в Угличе, продукция молокозавода из Ильевидово рекомендована к внесению в каталог предприятий «Молочная гордость России».